Привет, друзья! Россия ввела в строй в Антарктиде новый зимовочный комплекс станции «Восток». Комплекс построен на месте легендарной станции «Восток», которая была создана в 1957 году. Ее износ достиг 97%. Это первое современное здание, построенное на полюсе Антарктиды. Сейчас полярники на станции ведут важнейшие исследования, мониторят солнечную активность, изучают космические явления и изменения климата. Новый зимовочный комплекс состоит из 5 блоков, площадью около 3000 квадратных метров. Он рассчитан на размещение 15 человек в зимовочный период и на 35 человек в сезонный период. Строительство комплекса было непростой задачей. Комплекс «Восток», состоящий из 133 модулей, а также топливо и технику, начали разгружать в бухте Талан в районе российской станции «Прогресс». Оттуда комплекс переместили к станции «Восток» с санно-гусеничными походами. Переброска модулей и монтаж комплекса занял 2 года. Он начался в январе 2022 года, а завершился в январе 2024. Станция стоит на 36 опорах высотой 3 метра, что позволит ей оставаться незанесенной снегом на протяжении многих лет. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.